И сегодня здесь, в Доме свободы людей в городе Киеве, проходит семинар, который ведет госпожа Тамара Матиашвили по поводу опыта Грузии по работе с внутренне перемещенными лицами и возможности имплементации этого опыта на ситуацию в Украине. Участниками мероприятия являются представители негосударственных общественных организаций, которые специализируются на работе с внутренне перемещенными лицами и имеют опыт в абсолютно разных сферах деятельности как раз в этой тематике. Поэтому мероприятие проходит очень интересно, и как раз на данный момент участники представляют свои мини-проекты ситуации с обеспечением права свобод переселенцев в определенных регионах Украины. Поэтому все очень-очень круто. Спасибо.